Снится нам часто родная сторонка, тихие зорьки над речкой, душистое раздолье северных цветов, купол огромного неба, запах свежего хлеба и наваристой ухи, и где-то вдали тихонько играет гармошка, и кажется, нету милее больше места на земле. Мария Мищенко по профессии художник-график, родом из далекого русского устья, где вольготно и щедро живут потомки русских арктических старожилов со своей необычной историей, культурой и говором. Мама говорит, что я всегда рисовала, сколько помнит меня, что я всегда брала либо уголек из печки, уже такой холодный, да, или карандаш, ручку, неважно, всегда что-то рисовала. Однажды мама подошла ко мне на улице, я на улице, на природе, прямо на здании, на стенке рисовала угольком цветы, и вокруг них точки. Мама подумала, что это, наверное, комары, потому что комаров у нас много. И она спрашивает, неужели это ты комаров нарисовала? Я говорю, нет, это запах. Я четко знала, что я буду художником. Есть такое даже, те девочки, с которыми я общаюсь, тоже художницы, немножко по-другому, каждая из них по-другому смотрит на мир. Нас объединяет, конечно, творчество, искусство, но у каждого своя ниша. И в силу того, что у меня уже есть семья, там муж, ребенок, я уже немножко по-взрослому смотрю. То есть уже какие-то бытовые цели, ипотека, да, и так далее. То есть у меня есть внутри меня миры. Отдельно это быт, отдельно работа, отдельно творчество самостоятельное и отдельно вот какие-то заказы. То есть четыре мира даже есть. И, возможно, этим я и отличаюсь. То, что я все в меру, у меня все урегулировано. По крайней мере, стараюсь. А супруг разделяет твою вот работу, творчество? Понимает он тебя? Да, конечно. Он в искусстве особо не понимает, да, он как бы сам сразу сказал, я в искусстве не очень понимаю вот эти тонкие нюансы, но он всегда меня поддерживает, и я благодарна ему за это, то, что он мне дает свободу вот в творчестве, помогает как-то, поддерживает морально. А также я благодарна Национальному художественному музею, в котором я работаю. Очень интересная работа, мне нравится проводить мастер-классы для детей. Тундра красивая? Да, очень. Она полна воздуха, потому что там нет деревьев, там как скатерть ровная гладь. И когда туда приезжаешь, ощущаешь очень много воздуха, простора, свободы, и от этого даже и красиво, и страшно. Угу. Небо как опрокинутое, да? Да, слишком близко небо, как будто бы. Какой любимый цветок самый? Цветок? С тундры. Синюха. Синюха? Да, это как колокольчик. Угу. А еще мне очень нравится морошка. Угу. Легко собирается, красивая ягода, да? Вся солнцем, как будто солнцем наполнена янтарная ягода. Ее много можно собрать? Морожку, да, много можно собрать. Кстати, почему-то с детства я ее ассоциировала с мандарином. Из-за света, наверное? Да. Что-то такое оранжевое. Всегда думала, что это северный мандарин. Очень часто русскоустинцы делают юкулу и коптят. И вот это у меня заложилось в памяти, в подсознании, в детстве. Я даже сама умею юкулу стряпать, меня научили родители. Mm-hmm. С отцом мы по сеткам ездили, даже не вот тянула. Mm-hmm. Еще есть блюдо тельное, русскоустинское. Очень интересное, это как рыба прессованная. Там сложный процесс, и не каждая сможет это готовить. К сожалению, я пока это не научилась, но мечтаю научиться готовить это блюдо. Если бы тебе предложили бы жить в русском устье, вернуться туда сейчас, рискнула бы вернуться?
жить? Вот честно, это острый вопрос. На самом деле побоялась бы. Из-за отсутствия медицины это в первую очередь. Потому что ведь это страшно, когда нет надежной медицины, да, рядом. Особенно, когда у меня есть маленький ребенок. Вот. И перспективы для молодежи там не так уж и много. Вот это пугает. Это проблематика на самом деле многих районов, да, отдаленных. И вот эта проблематика, она, мне кажется, будет всегда... Но мы молодые, мы должны стараться как-то поддерживать свою малую родину. Хоть как-нибудь. Например, я стараюсь поддерживать свою малую родину именно творчеством. Ну, хоть какую-то лепту внести. И ведь не зря же говорят, где родился, там и пригодился, да. Даже если ты не живешь там, все равно что-то ты должен своей родине дать. Коллекцию открыток долго рисовала? На самом деле коллекция открыток, именно она состоит из гравюр, которые я делала дипломной работы. Это один комплект. А второй комплект состоит из открыток, из иллюстрации к сказкам «Русского устья», которые я делала в 2019 году. Mm-hmm. Вот, и я их сделала за недели-две. Да, 21 иллюстрация. Ну вот как-то мне сказали, давай, будешь иллюстратором. Вот СВФУ переводит с русско-устинского диалекта на русский язык сказки, а русская община выиграла грант. Мы выпускаем книгу, на меня вышли, русская община вышла, общественная организация «Русско-устинцы» тоже, и предложили, я не думая, вообще согласилась, говорю, пожалуйста, только возьмите меня, потому что это мое. Это «Русское устье», действительно, это тема, которая волнует меня вот всегда. И взахлёб рисовалась, да? Да, вот 2 дня я просто сидела и ничего не делала. Я просто читала эти сказки и перечитывала одну за одной. И думала, что же мне сделать такого? Вот как же мне поступить? Какой материал взять? Потом что-то щелкнуло, и я вспомнила, что... А действительно, вот север, он же неброский. Цвета у него такие, сдержанные. Север суровый. Я поняла, надо брать серую бумагу для пастели профессиональную и писать смешанные техники. То есть там у меня была и пастельные карандаши, вот сама пастель художественная, и карандаш простой, и ручка гелевая черная. И вот как-то вот это вот перемешалось. То есть там в основном цвета серый, черный, красный, белый. Все. Ксилография — это резьба по дереву и отпечаток от этой резьбы, от этой гравюры. То есть берется деревяшка, туда наносится эскиз с карандашом в зеркальном обязательном виде, наоборот. Затем прорезается, то есть вырезаются белые части, потом уже накатывается на вот эту гравюру, уже заготовленную валиком краску, и пропечатывается на станке под прессом на бумаге, вот это, как печать, как штамп. И вот такие оттиски, они все оригиналы считаются, можно до 500 оттисков сделать. Mm-hmm. Это очень удобно на самом деле, mm-hmm. да, можно подарить, там, тиражировать. А я вот, например, подарила одну серию ксилографии в коллекцию Национального художественного музея. И вот эти, кстати, иллюстрации к сказкам тоже я в коллекцию подарила. Хотела бы отметить, да, что одну серию я специально отпечатала в ксилографии, вот именно, которая посвящена только русскому устью, не сказкам, а именно вот самому русскому устью.
эту серию я сразу же отпечатала и отправила в Русское Устье в подарок. Это мой долг был. Узнают ли себя люди, жители Русского Устья? Все равно же, наверное, какой-то, ну, независимо от воли художника, все равно где-то черты прорисовываются. Да, конечно. Я была, кстати, в Русском Устье, когда дочке было года 2-2.5. Ну да, где-то 4 года назад. И я как только я приехала, ну, некоторые меня не узнали, потому что я уже как бы повзрослела, да, выросла. А, ну, некоторые узнали меня. И тут же начали, ну, всем сообщать, что вот приехала Рускоустинка издалека, вот с Якутска, да, и художник к тому же. И они сразу собрали детей там в детском садике всех, там даже школьники. А нет, лагерь это был, да. И как собрание было. И, ну, я пришла и начала рассказывать вообще о своей жизни, о творчестве. Там тоже были и взрослые. И было очень приятно. Они даже сфотографировались со мной на память. И я не теряла времени. Я давай всех фотографировать тоже людей. На улице встречала, попросила, можно я вас сфотографирую. Потому что это материал. Это все творческий материал. Вообще изучать людей отдельно тоже очень интересно, рускоустинцев. Потому что они необычные и по походке, и по манеру общения, и вот именно лицо, да, черты лица. А когда я делала дипломную, я изучала полностью Русское Устье с истоков. Вот как они бежали от репрессий Ивана Грозного более 400 лет назад. Что за диалект у них, да? Он был присущ ильменским славянам 17 века Новгородской губернии, да? Изучала быт, культуру, как они вот... Вот они же ассимилировались с местным народом, икагирские племена. Кочевой народ, в основном икагиры сначала были, а потом уже пришли чукчи, вены, якуты. Вот. И вот они, получается, их научили, рускоустинцев, икагиры научили пушнине. Это очень интересно. Вот. Ну, к сожалению, в данный момент пушнина сейчас нет такого в Русском Устье почему-то. И ее все хотят, конечно, возобновить, но это не от местного населения особо зависит. Как бы это же производство. Раньше вот пушнину же сдавали. Я помню, мы с отцом сидели и обделывали вот эту шкурку песца. То есть папа привозил тушки песцов и начинал вот шкурку убирать и сушить специально. Ну, в общем, там целая система, целый, можно сказать, мастер-класс. Я это смотрела, и я запомнила, как это делается. И папе помогала вообще во всем. Почему-то вот маме, конечно, я помогала по хозяйству, но мне так интересно было папе помогать. Как там по сетке надо ездить, да, по сетям, мы всегда говорим, по сетям ездить, да, на лодке, вот надо гребсти, надо сеть из воды вытаскивать, эту рыбу тяжелую за борт, в лодку положить, да, она там барахтается. Потом на капканы, охотники же, они еще на капканы ловят, и в капкан попадается вот песец, вот даже такое меня отец возил. Очень интересно. И как-то папа сказал, давайте неводом попробуем. Уже я была взрослая, сколько мне, наверное, лет 19-20 было. Вот, я сказала, да, я с удовольствием пойду неводить. И он дал бы огромную сеть, вот невод, она же большая, дал мне в руки невод, и еще сестра ко мне подошла, тоже взяла. Один конец мы взяли невода, а другой конец отец на лодке поехал, вот протянул. И вот мы как ковшом собрали вот рыбу. Было очень сложно, потому что когда ты идешь по воде на берегу, тебя засасывает этот песок. Он же вообще как зыбучие пески, вообще это опасно. И надо бегом это все делать. Они вот тяжелые, но очень было интересно.
я состою в общественной организации «Русгоустинцы» и всегда рада помочь, да, хоть чем-нибудь, например, какие-то логотипы делать, или же, ну, до пандемии мы очень часто ходили, например, в ДК Кулаковского выступать, даже танцевали, исполняли песни. Тянет иногда за работой петь величальные, старинные такие, длинные песни? Ну да, бывает такое. Особенно, когда я делала дипломную работу по Русскому устью. Ведь именно с дипломной работы у меня начался мой творческий путь, потому что я тогда в полной мере ощутила, что, ну, это мое. Ой, да бурульгинского широтками, ой, да над Бистраночкой стоит, ой, да бурульгинского широтками, ой, да мама мою солнце городит. Вот такая песня. Красивая. Комфортно в национальном костюме, в сарафане? Да, на удивление, да. Конечно, головной убор немного сковывает, бывает такое, потому что я всегда там другую прическу имею, да, в основном распущенные волосы, но просто зная о том, что это мои корни, ну и тем более сам костюм, он на самом деле не такой уж и там жаркий, там прохладный, нормально, как должно быть. И все это создает действительно комфорт. И когда вот сама на себя вот в зеркало смотрю в этом костюме, всегда вот, ну, радуюсь, потому что он действительно, он ведь красивый. В то же время не броские цвета, сдержанные, которые присущи северу, а в то же время яркий, ну, именно такими цветами блестящими, да, интересными. Вот серого тут много. Притом это же оригинальный костюм. Да. Этот костюм создавался по эскизам, по изучению. Ну, вот, изучали, как должны были одеваться раньше, вот, из Новгородской губернии, как вот первопроходцы были, скорее всего, одеты. Да? И создали на заказ очень много таких костюмов. И мне вот общественная организация «Русгоустинцы» выдала вот этот костюм бесплатное пользование, чтобы я могла посещать выставки, разные встречи творческие там, и так далее. Да? Я с удовольствием всегда ношу. Я даже помню, взяла, вот пришла на 1 мая, когда еще, ну, года два назад, парад на улице, 1 мая, я в нем пришла. Мне не абсолютно не было ни стыдно, там еще что-то. Я гордилась тем, что вот я ношу этот костюм. У дочери есть осознание того, к какому народу она принадлежит, к истории какого народа? Ведь это всегда проблема такая. Да, ей только 6 лет. Но она привыкла, что я уже одеваю этот постоянно костюм. Я даже ее водила с собой на концерты. Я ее садила и сама шла выступать. И говорю: смотри, дочь, я сейчас буду выступать. И она смотрела. Вот. Как будто бы она и осознает, а в то же время вот как-то... Как будто бы нет, да, потому что она все это, для нее игра, как играючи все это воспринимает. Но думаю, со временем она поймет вообще все это и, возможно, тоже продолжит также одевать костюм, потому что есть еще детские костюмы. Чем часто думаешь? У меня за минуту очень много мыслей, можно сказать, тысячи мыслей, да. Сразу же и по работе, и о творчестве. Но очень часто вспоминаю именно малую родину, именно Русское Устье. Вот. И у меня всегда много идей по поводу творчества о Русском Устье, вот, изображение людей там, и так далее, да, быт. У меня просто вот реально иногда действительно мозг разрывается от того, что вот от потока информации, идей,
как это сделать на современный язык, потому что это должно быть интересно не только вот нам, русскогостинцам, не только вот пожилым, там, взрослым людям, но и молодежи, и чтобы это было интересно даже детям. Вот. И когда я создавала сказки русского устья, передо мной стояла задача, чтобы мои иллюстрации понимал не только взрослый художник, но и ребенок. То есть это надо учитывать детскую психологию, да? А также нужно учитывать профессионализм. Вот, и это соединить нужно. Вообще, в плане у меня в дальнейшем писать, ну, пока на первое время, дальше иллюстрации создавать к сказкам, потому что сказки русского устья, их оказывается, ну, действительно много. И я прочла, изучила очень интересные сказки, но думаю, что в другой технике уже создам. И, кстати, следующий год, 2022 год, он будет же приурочен к столетию образования Якутской ССР. Все-таки хочу именно к тому году приурочить. Интересные рисунки получаются, как будто наивные, детские, в то же время такой глубокий смысл в них. Да, правильно вот заметили, да, как будто бы немножко детская, да, но в то же время я соблюдала профессионализм. Я изучала стиль, русский стиль Лубок и Библию Василия Кореня, то есть шрифт. И хотела, вот у меня была цель вот это все сопоставить. Я думаю, что у меня получилось, потому что это как многовековая глубь вообще истории Руси там, и так далее, да. Но в то же время именно аспект русского устья, да, и Новгородской губернии соединить нужно было. Я вот создавала именно по графике, да, потому что я художник-график, у меня профессия такая. Когда был дипломный год, я вот думала сначала, ну, наверное, сделать в реализме, ну, как есть. Но потом поняла, что если я график, я ведь могу разные стили, ну, изучить и выбрать что-то одно. Тем более черно-белая графика, плоская должна быть у меня. И вот вспомнила, что есть такой вот удивительный, интересный стиль Лубок. А еще вот шрифт Василия Кореня из Библии, он необычайный и идеально вписался в гравюры. Чувствуется в хрупкой и милой девушке сила и крепость предков, однажды ушедших на край земли от гонений и нашедших свое счастье в краю белых песов и северного сияния. Почти каждый житель русского устья знает свою родословную и историю рода. Не расплескали, не потеряли свою уникальность, пронесли через века и сегодня запевают досельные песни и передают из уст в уста старинные сказы. С прекрасной, далекой северной родиной, которая мне близка, ради которой я должна протопать свой творческий путь, да, потому что это моя цель в жизни.